Дві бронзові нагороди завоювали вихованці другої дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста за підсумками чемпіонату України зі стрибків на батуті, змагання якого фінішували у Харкові. Мабуть, найгучніший успіх випав на долю Дениса Телюка, який, окрім медалі, виконав норматив майстра спорту України. Хоча, як зізнався юнак, він сам не очікував, що вдасться так вдало виконати складну програму. Це була неожиданість. Я просто зайшов на сітку в фіналі команд індивідуальних прыжків. И сделал то, что планировал. Самую сложную комбинацию. Конкуренция была сильная. Я старался, как мог. Ну, почти как мог. Я мог и лучше, в принципе. Но мандраж, вот это все. Денис разом с партнерами через прикре падіння одного з них фінішували четвертими у командному заліку серед чоловіків. Натомість дівчата у цьому розділі програми піднялися на третю сходинку п'єдесталу пошани. Володарями бронзових нагород стали Ніка Моїсєєва, Поліна Коваленко, Євгенія Дяченко та Ванеса Вінниченко. Коли ми прыгали в командних прыжках, ми друг за друга дуже сильно хвилювалися, щоб ніхто не упав, і ми змогли зайняти місце на пьедестале. Мы очень сильно волновались, когда последний участник прыгал на батуте из нашей команды. И мы там все просто держали кулачки за последнего человека, чтобы он хорошо отпрыгал, и мы заняли место. Звітний успіх, зрештою, як і багато наступних, будуть присвячуватися світлій пам'яті легендарної людини Олександра Федоровича Винокурова, який, на жаль, дочасно пішов в життя. Довгий час він не тільки успішно очолював навчальний заклад і виховав цілу плеяду вправних батутистів, але й був великого серця і душі людиною, суворим наставником і водночас помічником та другом. І наразі школа, її вихованці, тренерсько-викладацький склад враз осиротіли. Дуже жалко, що вот так не стало внезапно. Вот это постоянно, когда приходим на тренировки с понедельника, вот это сидим и ждем. Вот сейчас он зайдет, сейчас он зайдет, будет все хорошо. И потом понимаем, что нет больше такого хорошего человека. Когда не стало этого человека, я хочу выразить соболезнования родным, близким, администрации школы. Вот. И хотелось бы, чтобы об этом человеке, хотелось бы, безусловно, чтобы никто никогда не забывал. Не просто какие-то речи там помпезные, как у нас обычно делать, а это действительно человек заслужил этого. И хотелось бы, конечно, чтобы кто-то продолжил все это. У него есть продолжатели, его бывшие ученики, которые есть мастера спорта, которые принимали в мировых соревнованиях. Есть, есть, есть. И тем самым бы как бы сохранили память Александра Федоровича. Все посвящается его памяти. Александр Федорович воспитал за годы своей работы более 50 мастеров спорта Украины, мастеров спорта международного класса. И сейчас наша задача администрации ДСШ-2 поддержать родных, близких, поддержать его жену, которая тоже работает тренером, дочь, и чтобы все мы вместе продолжали славное дело Александра Федоровича по воспитанию детей. На прощании очень было много учеников, очень много пришли почтить память тренера, человека с большой буквы. Ведь он учил их не только достигать успеха в спорте, но и быть хорошими людьми. Александр Федорович – это наш очень замечательный человек с большой буквы этого слова.